сильно трясет Марокко, люди ночуют на улицах. Повезло только, что температура воздуха ночью до 21, а днем до 27. С подробностями Жан Соделес, здравствуйте. Примерно 1300 человек не стало и 2000 пострадали из-за землетрясения в Марокко магнитудой примерно 7 баллов из 9 возможных. Люди выносят матрасы на улицы, спят на площадях, дома же превратились в руины. Большое горе, не стало родных и близких, а вместо родных домов – груды кирпича. Пострадали автомобили, которые от землетрясения горели и взрывались. Власти Марокко заявили, что были к этому готовы, предупреждали заранее, говорили, что трясти будет меньше, чем ранее трясло в Турции на 1 балл. Спасатели работают круглосуточно, надеются найти людей под завалами. Тут же многие полагают, что из этого печального события важно вынести урок и строить дома, к примеру, из более легкого материала, к примеру, из пенопласта, чтобы уцелеть. Я приношу соболезнования жителям Марокко. Действительно, какой-то ужас. Если кто может, однозначно важно помочь этим людям. На мой взгляд, подключатся и разные страны, и Красный Крест. Ведь действительно, просто так оставить этих людей на улице нельзя. Друзья, слежу за развитием событий. Мы обсуждаем самое важные новости на этом канале. Можете подписаться, чтобы ничего не пропустить. С вами Жан Содель. До встречи.